Тож, в нашій студії вже є наш гість, якого ми дуже чекали. Макс Єжов, танцюрист, креативний директор в Indigo Education. Привіт! Будемо говорити перш ніж перейдемо до танців, до того, чим займаєтеся, як починається ранок і чи важко прокидатися о 9. О якій 9? Я буду їхати вже сюди. Просто Макс зайшов до нас і каже: дев'яте ранку, дев'яте ранку, просто така мантра. Ну да, на самом деле, нет, якщо реально мой день брать, то... Я как госслужащий, у меня ненормированный рабочий день. Мы можем, вот у меня последние три дня это были концерты в Харькове, концерты, потом я должен был приехать сразу в Киев, в Киеве должен был выступить, должен проснуться, у меня уже совещание в Индиго. И как бы я не знаю, когда я сплю. Вот, просто вчера я лег спать 4 часа, потому что надо закрыть все вопросы. Танцы, тренировки 24 на 7, и ты просыпаешься, и мне можете глядеть: Макс, мне 4 утра, в 9 утра завтра эфир. И правда, спасибо. Сегодня я просыпаюсь в 8.39. Це не ми. Я просыпаюсь в 8.39 и понимаю, а у меня эфир через 30 минут. А я вообще не понимаю, что происходит. Да, ну, как бы так, ну, не очень тяжело, на самом деле. Мне всего 24. Всього 24. А як вдається, ми розуміємо, що все одно потрібно підтримувати гарну фізичну форму, а для цього потрібно висипатися, бо потім сил не буде, якщо такі концерти, якщо такий графік. Як загалом вдається знаходити хоча б мінімально цей баланс між отак от робочим життям і просто там відпочинком і часом на себе? Щоб не стати роботом. Ну, є один маленький секрет, ага. Що... Танц для меня не работа. И моя должность в моем... я являюсь креативным директором, там тоже не работа. То есть это все мне в счастье. И когда я прихожу танцевать, у меня вчера был очень бешеный день, у меня утром был тренажерный зал, после тренажерного зала у меня была тренировка с Олей Поляковой, после Оли Поляковой у меня была потом у меня была работа, и после работы у меня была еще тренировка, потому что я решил вернуться в спорт и заняться танцами. И я освободился вчера в 12 ночи, и я вам скажу, что я не так, как устал. Наверное, просто организм уже говорит: Макс, типа, спокойно, хватит, ну, то есть ты никак ничего не делаешь, то есть не делаешь, слишком много делаешь, вот, и... Я не знаю, мені подобається, мені в кайфі. Це кайф, тому що це підтверджується, знаєте, от та фраза, якщо ти дуже любиш свою роботу, і якщо ти просто гориш цією справою, і ти знаходиш себе в цьому житті, то, мабуть, жодного дня не будеш працювати. В житті працювати. Так і не працюєш, так. Так, якщо говорити про танці, мені здається, що якщо себе настільки навантажувати кожен свій день, є якась кінцева мета, от ціль. Куди я добіжу? Є таке, чи просто кайфуєте кожного дня? От є якась мета створити, я не знаю, свою танцювальну школу, все-таки МГУРУ, давати майстер-класи, от десь з кимось затанцювати. Я знаю, яке вам дійсно. У вас є любиме хобі? В мене? Да. Не знаю, ні, мабуть. Тільки робота. Робота, вот. Ну, от видите, ми сошлись вместе. Ні, на самом деле, открою маленький секрет. Несмотря на все, я еще учусь на дневном отделении в университете. Я решил получить второе образование, и это образование международные отношения. Я хочу стать дипломатом. Дипломат, будь ласка. А танцы – это любимое дело, которым я занимаюсь. Вот в универе я хожу учиться. Вот это тяжело, потому что там надо учить, сидеть, зубрить немецкий, английский, разные страны. Это все, вот это очень много всего. И, блин, очень тяжело для меня, потому что первое мое образование – это хореограф, преподаватель хореограф, хореография, то есть, понимаете, да? А так, в принципі. Звідки зараз з'явилася ідея дипломат? Уже ж є освіта якби хореографа, чи все ж таки розумієш, що, мабуть, колись от може танці вже, ну, ти зрозумієш, що досягнув такого топу, і потім захочеться чогось іншого. Чи звідки ця ідея піти в дипломата? Мені десь завжди розказували про те, що мені потрібно серйозне образування, тому що я закінчив ліцей міліції. И потом должен был идти учиться дальше в университет. Какая цікава биография, Макс? Бешеная. А как же тоді танцы з'явилися? А танцы появились в самом-самом начале. Это было в третьем или четвертом классе я начал танцевать. До этого занимался вольной борьбой, боксом. Потом я совмещал бокс и танцы. Потом я совмещал танцы, бокс, лицемилиции.
Вот, при этом я еще подрабатывал моделью. Вот, и я еще хотел строить свой бизнес. Вот. Всього мало, всього мало. Ти перший дипломат. Да, а тепер, да. Почему дипломат? Почему? Не всегда. Я жил в разных странах. Я жил в Азербайджане, я жил в Турции и видел, как вот, да, как наши украинские дипломаты себя ведут, как это круто представлять нашу страну на такой политической мировой арене. Это самая большая сцена, которая только может быть. И которую я хочу покорить. Для меня это важно. Я хочу представлять нашу страну в разных странах. Я хочу ездить как консул, как дипломат, решать какие-то вопросы, которые глобально касаются нашей страны. Да, естественно, можно сказать там, а я вот хочу быть дипломатом, помогите мне, пожалуйста, мои дорогие друзья. Вот. Но я хочу выучиться и быть профессионалом в деле. Если я в танцах что-то понимаю, типа я танцор, то в дипломатии я хочу полностью, просто я хочу жить этим и реально понимать, как, что, зачем, для чего, и при этом выставлять нашу страну в самом лучшем свете и помочь Украине реально встать на ноги и реально показать нереальный прогресс бешеный. Клас. А зараз вже є усвідомлення того, яким характером має володіти, які риси характеру має мати дипломат? Тому що тут немає, мабуть, місця якісь такі, знаєте, коли запалюєшся просто як сірник, от чогось такого немає, має бути такий спокійний, врівноважений характер. Чи що дуже потрібно виважений. Знати, так, що потрібно знати, вміти для того, аби бути топовим дипломатом? Як думаєте? Для початку потрібно мати мозги. Це вже немало важливо. Я думаю, не тільки для дипломата. Будь-якій справі, так? Будь-якій справі. Ні, звісно, коли, ну, то есть, то, що я знав на даний момент, коли ти виходиш на якусь мировую арену і починаєш якусь бесіду з представниками інших стран, ти маєш розуміти, що ти представляєш цілу країну, що тут немає місця личним емоціям, личним амбіціям, ти маєш бути зосереджений, дуже внимательним і при цьому розуміти, что будет хорошо, что будет плохо, потому что были мировые дипломаты, да, и они сейчас есть, которые подписывают такие указы, которые, ну, подписывают какие-то соглашения, которые потом длятся годами, то есть вы понимаете, да, то есть если я поеду куда-нибудь там в Эмиратские, куда-то в Дубай поеду, подпишу с ними договор о том, что они будут спонсировать нас всю жизнь, понимаете, да, то есть, такие мировые, ну, такие важные, реально важные для каждого из нас шаги делают на данный момент уже дипломаты, да, чтобы нам жилось комфортнее, чтобы мы там что-то прекратили или что-то начали. То есть это очень важно, это очень важная работа, я считаю. Повернемося загалом до танців. Сказав, що ми вже не очікували повороту та говорити про дипломатію. Але це круто, коли, знаєте, людина настільки різностороння. Ми вже почули. І, є така мета. Да, і там були і бокс, і боротьба, і ліцей поліції. Все, чого там тільки не було. Так, да, ще ми помощником депутата. А, будь ласка. Я був помощником депутата, і, кстати, мені дуже подобалося. Поэтому... А депутата хотів бути? Нет. Нет, я не понимаю, ну, блин, нельзя так говорить на самом деле, я должен быть стрелять, так как я не являюсь дипломатом, а я могу говорить от себя, свою точку зрения, то я говорю о том, что я считаю, что в нашей стране слишком много депутатов, правда. Треба. Да, надо... А что подобалось в работе помечника? Я туда пошел не как работать, а чтобы познать, да, как, что, зачем, для чего. Внутришний курс. Да. Это очень разумно. Все на самом деле, ну, знаете, как у меня есть знакомые рестораторы, да, которые говорят, я бы не стал крутым ресторатором, если бы я не работал уборщиком когда-то в каком-то ресторане. То есть, чтобы понимать, что ты и как ты делаешь, должен пройти все с самого начала. То есть, сам с уборщика, понимаешь, где надо помыть посуду, где надо убрать, где надо принести, где надо... Ну, то есть, это очень важная работа. И я хотел углубиться, понимать, как это. Почему, вот мне было интересно, почему, когда кто-то из граждан подходит, приходит на прием депутата, то говорит, поставьте нам, пожалуйста, лавочку возле подъезда, потому что, или реставрируйте нам лавочку возле подъезда, потому что, ну, это очень нужно. Ну, как бы, казалось бы, да, что такое поставить лавочку?
господи, пошел, купил лавочку, поставил, закрепил, все, лавочка есть. Но не так все просто, это проходит через очень большое количество кругов. Это идет сначала заявление депутату, депутата самого сначала не рассматривает, это идет сначала в канцелярии, канцелярия регистрирует его. После регистрации оно проходит в следующий круг, оно направляет, в какую коммуникацию оно пойдет дальше. То есть, и это... И уже лавочку не да. хочется. И там, пока ты дождешься, ну, у меня был такой пример, да, мы быстренько расскажу, да, у нас пришла бабушка и говорит, слушайте, то есть дерево, но оно реально вот страшно, что оно упадет просто завтра, понимаете, и надо его спилить. Ну, казалось, спилить дерево. Взял пилу и пошел спилить дерево. Что там делать? Боже, неделю мы пиляли это дерево, неделю, потому что запрос в одну коммуникацию, в другую, а то никуда не соответствует, то отправляет обратно, это туда. Я говорю, друзья, спилите дерево. Что вы делаете? Да, скоріше вона сама впаде, ніж його хтось спиляє. Але дуже, дуже цікаво, що насправді у тебе є таке от бачення, по-перше, що ти не боїшся пробувати нові речі, бо дуже багато хто думає, та ні, ну я ж вже от хтось там за професію, чому мені щось інше робити. А от загалом, як більше тобі б хотілося зараз досягнути якогось свого топу в танцях, потім переходити до чогось? Чи просто робити знову ж таки паралельно, як ти вже все це робив раніше? Как мне всегда говорит моя бабушка, да, она говорит, ты должен пробовать себя всегда и во всем, и ни в чем себе не отказывать. Я очень долго, то есть, знаете, есть люди несостоявшиеся, которые не нашли себя, не нашли свою профессию, не нашли себя в духовном плане. Может, она намагалась шукать. Вот. Ну, может быть и нет, может быть у них другие интересы. Я по максимуму пытался себя искать, я по максимуму лез везде, где мне только хотелось. Мне хочется, я полез. Вообще, у меня вообще не было никаких, знаете, наверное, я благодарю своих родителей, что они никогда не ставили мне рамки, если я что-то хотел, короче, ну хочешь, иди, бери, ну что ты, что ты сидишь и ноешь. Вот. И значит, я долго искал все, долго-долго, мне было интересно, что, как, зачем, начал. Да, танцы я люблю, танцы, но танцы мне навязали в детстве родители. Это очень важно, то есть это не было мое исключение, то есть меня первый год танцев меня заставляли ходить. Не пожалел зараз, что все-таки спробовал, обрав для себя и пошел дальше? Нет, конечно. То есть я занимался танцами, это, знаете, основа, это как школа для ребенка, который постоянно не уходит, и, ну, то есть он понимает, что мне надо встать и пойти в школу. То есть я ходил, занимался, у меня получалось, и я помню, что первый всплеск мне дал в танцах, это когда я приехал на соревнования и стал из семи пар, я стал седьмым. А меня это очень заводит, я говорю, какого? И все. И, значит, мы поехали дальше работать. Мы работали по 8 часов в день с моей партнершей. И просто мы работали как неадекватные дети. И мы начали выигрывать. Я говорю, ну все, теперь все как надо. Работать как неадекватные дети. Вот. И как бы... А сейчас, мне кажется, что это вот именно тот момент, когда я, скорее всего, нашел себя, нашел свое призвание. И я вот к этому очень стремлюсь. Начал тренироваться, собираюсь брекеты ставить. Хочу быть достойным представителем самых красивых дипломатов мира. А якщо це вже ті танці, що дав танець для Макса Єжова? Що таке танець? В характері, в вихованні? Що він для вас зараз? Знаєте, з ким би я не зустрічався, з людьми, да, ким старшими, ну, на данный момент у меня большинство моих знакомых друзей, они намного старше меня, то есть на 20, на 30 лет, может быть, старше, потому что мне с ними интересно общаться, а им вроде бы со мной интересно общаться. И делает каждый вывод такой, что, Макс, ты думаешь не на свой возраст, почему? Я долго анализировал, почему так, ну как это, что я могу знать, есть уникальные дети, которые там с ними разговаривают, ну, у меня тоже есть маленький знакомый, ему 12 лет, но он такое рассказывал, что даже я сижу и думаю, как? Откуда вообще? Вот, знаете, и я думаю, откуда у меня это? А потом я начал пролистывать свою жизнь, да, посмотрел немножко назад и понял, что весь мой жизненный опыт, он взят с танцев. Потому что там я проживал и радость, счастье, боль, преданность и наоборот, да, когда меня предавали. Когда надо было коммуницироваться с теми, когда надо было находить общий язык с теми. И многие ситуации я уже прожил в детстве. И когда я эти ситуации вижу уже в жизни, да, во взрослой своей жизни, когда я уже общаюсь с людьми, я понимаю, да, я помню, как я поступил. Так нельзя поступать, здесь надо просто промолчать и все. И так будет лучше. И оно помогает. Просто есть люди, которые учатся на чужих ошибках,
А есть, которые у нас своих. Вот если вы мне сейчас скажете: Максим, не наступай на грабли, я только что наступила и ударилась. Вы думаете, я не наступлю, я пойду и специально упаду на эти грабли, чтобы понять, как это сделать. Що в цьому є? Насправді, ну, не дарма ж кажуть, що ми навчаємося на своїх помилках, тому я думаю, що і на своїх здобутках, і на своїх помилках, і загалом на досвід це, мабуть, найцінніше. Але є вже в тебе освіта хореографа. Чи хотілося б тобі все ж таки навчати танцю? Чи розумієш, що поки що не твоє? Або, можливо, в перспективі, колись пізніше? Ну, смотрите, как только мы танцевали «Танцы со звездами», да, было большинство предложений от спонсоров, от людей. То есть, Макс, давай сделаем коллаборацию, давай откроем с тобой клуб, ну, на твое имя сделаем там целый бизнес, это. Я вам скажу, что я долго не решался, я говорил, что не, мне это не надо, мне это не нужно, я этого не хочу. Мне кажется просто, что я могу намного больше пользы принести. Вот почему-то мне кажется, что вот у меня есть какая-то жизненная миссия, которую я должен выполнить. И вот, ну, казалось бы, я мог бы открыть клуб, у меня есть работа, я неплохо себя чувствую. То есть, ну, я могу, да, нормально развиваться дальше. Но вот у меня внутри меня рвет и говорит: Макс, ты что-то должен сделать. Ты должен что-то, вот такое ощущение, что что-то перевернуть должен. И это чувство не дает мне вообще покоя ни на секундочку. Вот. И как бы я начал с этим, ну, если я начну заниматься клубом, это 24/7 быть там. То есть, грубо говоря, я должен выбрать, что я буду тренером и всю жизнь буду этим заниматься. Потому что если ты не будешь, свободы, да, если ты не будешь заниматься этим, то, ну, ты, в этом успеха ты не добьешься. Это факт. Вот, ну, и я как бы, блин, ну не знаю. И потом Indigo Education, моя хорошая знакомая Ирина Серия, мне говорит: Макс, у меня вот есть знакомая, у нее есть свой клуб, как бы детский развивающий центр, там не только танцы, там все подряд, давай вот туда, хочешь? Я говорю: давайте пообщаемся. Мы приходим туда, мы знакомимся со владелицей, и я понимаю, что да, можно тренировать, то есть мне, ну, я никак не закреплен, я могу приходить, тренировать детей, уходить, то есть для своего удовольствия, потому что я, когда я работаю с детьми, я такая: ути-пути, где ты, моя маленькая, иди ко мне, а что мы плачем, знаете, вот такое, да. Это прекрасно. И просто у меня дети, может, ничего не делать на уроке, мы выучим три шага, но потом няшкаться будем, знаете, но пока не успокоимся. Няшкаться будем. Я люблю маленьких детей, если я курю пустить, я смотрю: Максим, я не умею танцевать, я не хочу танцевать. Что мне делать? Ну, что мне делать? А я говорю: так, ты серьезный молодой человек, возьми себя в руки, пожалуйста. Работать как неадекватные дети, я запометала. Да, и как бы, и потом я начал заниматься развитием Indigo, то есть мне, ну, мне понравилось, я настолько врос в коллектив, настолько врос в семью, там, то есть ко мне, то есть очень хорошо, я к нему очень хорошо отношусь, и что, и потом мне говорят: Макс, давай мы тебя посадим на должности, давай ты будешь на должности, как бы, и преподавать, и заниматься вот этой всей работой, то есть, и я так загорелся, я сейчас занимаюсь, вот. И это так уж не работа? А здесь, смотрите, так как я являюсь каким директором, там у меня уже есть какие-то обязанности общения с людьми, общения с партнерами вне Indigo Education, понимаете? А давайте назовем за корень, что это? Это дипломатия. Это практика. Да, это практика, когда мне дают возможность общаться, ездить на встречи, представлять Indigo Education на других площадках, давать развитие. И, то есть все, что я делаю ради одного большого проекта. Ну, как строится завод или большой бизнес? Они строятся с маленьких деталей. Вот, потому что многие, знаете, спрашивают: я хочу большой бизнес, что ты хочешь? Я хочу 3 завода. Я говорю: а зачем? Ну, у меня будет большая сеть, у меня будет сеть, я буду самое главное. Я говорю: а ты же понимаешь, что самое главное, то есть ты хочешь купить завод, но ты не понимаешь, как он работает. То есть и маленькие детали, которые надо как-то подкрутить и понимать их, ты их не понимаешь. То есть я тебе сейчас дам 3 завода, и ты не знаешь, будешь что с ними делать. Потому что... А чтобы зрозуміти навіть такі ситуативні штуки, коли йдуть перемовини з кимось там поза Indigo, якщо щось не подобається і прямо дратує, або поведінка зараз партнера, який там напроти, або людина якось аж занадто так себе веде, так, як не подобається вам. Як себе ведете? Шукаєте компроміс чи говорите різну правду? Ні, я ніколи не говорю правду, я не зараз цитата вирізали, Макс Єжов, я ніколи не говорю правду.
Ну, кстати, да. Вот, прямо бачишь. Да. Нет, на самом деле я стараюсь быть... Еще раз, я представляю, если бы это было лично меня связано, то есть мне что бесило, я бы долго не сидел. Если мне не нравилось не сидеть, я сейчас лучше сказал, до свидания, мне не интересно. Я такой человек. Но когда я понимаю, что представляю свой клуб, когда я понимаю, что представляю нашего руководителя, уважаемую бизнес-леди, скажем так, да, когда я понимаю, что представляю, и я ее лицо, и я лицо ее творчество, нет, я буду молчать, я буду пытаться выйти на компромисс, но я скажу, что ни разу у меня таких ситуаций не было, что меня люди бесили, да, есть там свои... изъяны, но... Она можно терпеть. Да, это моя работа, я должен находить общий язык, и если нам это интересно, должен добиваться своей цели, а я всегда добиваюсь своей цели. А що найважче от зараз у роботі і, можливо, у дипломатії загалом, бо ти вже навчаєшся і розумієш, як це все. Всі практиці. Так. Язики. У мене проблема більша з язиками. Вот правда. Это сейчас я учу немецкий, я учу английский, еще надо учить испанский, потому что, ну, не понимаю, почему немецкий на самом деле, но я понимаю, что английский, он входит на третий слот, испанский входит на второй или четвертый, что-то такое. То есть первый у нас какой там? А, первый английский. Первый английский, потом китайский, потом испанский. Вот так вот будет. То есть, и понимаете, да, что надо знать испанский, надо знать английский, ну и немецкий, Евросоюз и все такое. То есть там тоже, почему нас учат немецкому, кто его знает. Вот. Ну, как-то так. Ну, ничего. Все буде. Якщо вже ж неодноразово казав сьогодні, що завжди досягаєш своїх цілей, щоб там не було. Так, звісно, я можу вірити. Який лайфхак? Що робити, або от якщо не йдуть там мови, або щось не вдається, що робити? В смысле не йдуть? Якщо не йдуть, то треба підганяти, а не пойду. Будь ласка, отакі лайфхаки, знаєте, там, де знайти мотивацію, що робити, якщо немає. Якщо не йдуть справи, треба їх підганяти. Я хочу якісь цікаві історії зараз почути від участі в «Танцях з зірками». О, Боже, це одна... А чому це така реакція? Я правдивий, відвертий, і я думаю, тут можна зараз дістати щось. Взагалі, в нас після якихось подій, після якихось проєктів завжди якісь асоціації, так? Які асоціації з «Танцями з зірками», що відбувалося всередині, боротьба, конкуренція, дружба, чи спілкуєтеся з Лесією Нікітюк, і просто які асоціації після того проєкту. Що він дав, цей проєкт? Ну, я скажу, що проєкт дав мені много. Проєкт дав мені Максима Єжова. Вам. Навіть всім, так. Да, це проєкт, ніхто другий. Це я говорю прямо, так воно є. Максим Єжов з'явився благодаря двум людям. Перший чоловік – це Леся Нікітюк, яка була моєю партнершою, а другий чоловік – це Володимир Заводюк, який є креативним директором «Танцев со звездами». Тому що, коли я прийшов, Вова в мене повірив. Тобто, коли я прийшов на кастинг, він сказав, що 99% ти будеш з нами, по-любому. Когда я пришел к Лесе, Леся сказала, он мне хоть поднимет этот маленький мальчик. А обирали партнера? А як відбувається, власне, розподілення? Ви обираєте партнершу, вона вас? Ні, ну как это? Представляете, я приходит Максим з Харкова, з Холодной горы, и говорит, значит, так, кто там, Полякова, Никитюк, кто там еще? Может, Миха? Построитесь. Да, да, скажи мне танцевать сегодня, понимаете, да. Партнерша убирай. Конечно же, приходит звезда, неважно, это партнер или партнерша, приходит звезда, и ей подбирают партнера. Главное, чтобы звезде нравился партнер, и как бы, и они подходили, да, понимаете, что если там к Лесе был бы там представлен Женя Кот, это было бы как-то нелогично, да? То есть Леся высокая, красивая девушка, и Женя красивый, но не слишком высокий парень. Красивый? Дипломат. Красивый, но не слишком высокий. Вот, так что вот так как-то получилось. И что самое интересное, знаете, я Лесе это рассказывал, да, и все, в принципе. Когда мне говорят, что больше называется Леся Никитюк, я не знал, кто это такая. Я просто жил в другой стране, я понятия не имел, что танцы... Я когда-то «Танцы звезды» смотрел, когда Могилевская еще участвовала с Ямой. Это было интересно, мы смотрели там... О, когда это еще было? Да. А когда еще был, я же был маленький вообще, то есть, ну... А потом, а как бы сейчас я приехал танцевать, ну, давайте, ну, как, что, с кем, ну, то есть, я не знал, у меня есть Леся Никитюк, я говорю, о, Леся Никитюк, она говорит, я помню, о, Леся Никитюк! Треба было зиграть. А кто это?
вот так вот, да? Ну, потом, естественно, я понял, что колесник идет, я смотрел все ее программы, все, где я начал, Орел и Решка, ну все, я начал полностью там, и все, когда я увидел, я говорю, здравствуй, Леся. Спочатку одразу у вас відбувся оцей контакт? Все одразу там ви зрозуміли один одного, чи були конфлікти? Контакт. Що Леся така активна? Значить, я живу в Харкові, Леся живе в Києві. 22 июля. Ну, я звоню Лесе 1 июля, говорю, нужно тренироваться начать. Привет, меня зовут Максим, надо начать тренироваться. Говорит, да, приезжай 22 июля. Я говорю, хорошо, я приезжаю 22 июля. Знаете, какого числа мы начали тренироваться? 2 августа мы начали тренироваться. Понимаете, да? То есть, дедлайны. Да. Ну, я не понимал, почему, но вот, вот так вот, да, тут я приезжаю специально. Там, а потом я все понял. Когда я начал сам жить в этой жизни, и я понимаю, что это вот тяжело, да, надо быть 24, ну, то есть ты, если тебе нет помощника, то ты просто, у тебя взрывается голова. Это, ну, это очень тяжело. То есть туда, сюда, здесь, то, ТикТока снять, Инстаграм, да, хорошо, все, погнал, то, танцевал, ба, ту, все, и ты, пожалуйста, что там завтра? И тут приезжает какой-то черный мальчик с Харькова, говорит, давай тренироваться. Черный мальчик. Макс, и вот на завершение. Как завершение? Как завершиться еще? Ну, так начали. Мы прекрасно спілкувалися, але ж то ефір. Редактор, редактор вже пише, що дедлайни горять, розумієте? Так от, на завершення. Ти дуже активна людина. Як встигати все і при цьому не вигорати? От така порада нашим глядачам. Ну і нам з Діаною, звісно. От така ранкова мотивація від вас. Ох, ви так спросили. І мотивувати. Та господи, що таке мотивація? Если вы прочитали, иди вперед, и ты будешь успешным. Двойся. Да. Цели. Надо, если чем-то вы занимаетесь, надо этим гореть, если вам это нравится. Но если вы чем-то не горите, не занимайтесь вовсе этим. И тогда, поверьте мне, каждое ваше дело, которое вы делаете каждый божий день, да, и вы им горите, то вы будете идти и гореть, и будете еще. А если вы не будете этим гореть, то тогда это бессмысленно, вы тратите просто так время, не тратьте просто так время, лучше полежите на диване и посмотрите телек. І буде ефективніше. Так, мені так кажеться. Клас. Ми бажаємо удачі в дипломатії, в танцях, в індіго. За що б не брався, і я впевнена, будуть ще якісь нові починання, 100%. Бо з таким запалом, я думаю, що там однією дипломатією все не завершиться. Енергетика. Але успіхів. Я скажу маленький, дуже маленький. В дитинстві, коли мене спросили в садіку, ким я хочу бути, я сказав, що я буду президентом. А далі дивимося. Макс, зачекайся з нами. Вже хочеш піти від нас. Хочеш піти. З нами був Макс Єжов, танцюрист, креативний директор в Indigo Education.